Так, в комнате немножко уменьшилось всего, потому что большую часть крупного материала мы истратили. Сделали короб, сделали лючки, все зашпаклевали. Теперь это будет сохнуть пару дней. Под обои это идеально, можно даже и покрасить. Потолок отгрунтован. Ждем, пока все это высохнет. Так. В ванной сейчас сохнет инструмент. Это все завтра надо будет вычищать, отдирать, вымывать и ставить в ванну. В туалете закончили короб. Плиточка лежит. До завтра она высохнет, и можно будет замазать швы. Вот так вот это примерно все заколхозили быстро. И на кухне идет процесс. Все отмыто частично. Разобрано. Еще пару дней все это отмоется.